Многолетний ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября. Ему было 82 года, сообщается на сайте КВН. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами, говорится в сообщении.